Всем привет! Ну что, традиционно вас приветствую на нашей потрясающей wellness-спортивной площадке. Со мной мой неизменный соведущий, олимпийский чемпион по гребле на байдарках Юрий Постригай. И Анна Егорова, директор категории wellness. Сегодня мы будем выполнять интервальную тренировку. Это высокоэффективные тренировки, затрачивается много энергии, будет небольшое количество времени мы будем работать, небольшой отдых, и будем повторять это все по кругу. И важно не переедать перед тренировкой. А здесь подойдет супчик из спаржи. Прекрасно. Еще можно сделать спаржу на гриле, если у вас есть гриль. И это будет очень вкусно и полезно. И вы будете чувствовать легкость, и тренировка зайдет на ура. Очень вкусно сказал. Хорошо, что мы перекусили незадолго до тренировки, но по всем спортивным правилам. Ну что, я знаю, что есть традиционное начало всех тренировок. Это обязательно разминка. Первое, что подготовил сегодня? Первое, что мы начнем делать, руки поднимаем вверх. Так. Исходное положение. Опускаем к стопам, садимся. Поднимаем руки вверх, встаем. Так делаем 4 раза. Руки внутри должны быть, и снаружи. Поднимаем вверх, встаем. Следующий у нас, мы охватываем наше колено и прижимаем его к груди. 4 легких покачивания. Это еще и стабилизация определенного, да? Немножко болтает. Да. Меняем ногу. Я теперь поддержал тебя. Супер. Теперь ногу назад. Растягиваем все наши мышцы, потому что нас ждет действительно очень жаркая тренировка. Меняем ногу. Почти уже не качай даже. Долго разминаться не будем. Потому что нас впереди ждет огромное количество упражнений. Готовьтесь. Наша тренировка будет разделена на 5 блоков. В первом блоке у нас будет 2 упражнения. Повторяем 4 круга. 20 секунд работаем, 10 секунд отдыхаем. Первое упражнение у нас будет подъем колени вверх для новичков. Я бегу, поднимаю колени, бег на месте. Быстро, энергично, динамично. Второе упражнение у нас будет, мы делаем упор в планку. И вы все сами. Ну что, погнали, готово. 20 секунд работаем, 10 отдыхаем. Интервальная тренировка, она очень энергозатратна. Но она очень быстро проходит, на самом деле. Не замечаешь время. Отдыхаем. Упор лежа поменять. Тебе нужно переставлять руки и возвращаться в исходное положение. Давай, погнали. Оп, поехали. Мне нужно отжиматься в прыжке. Если вы занимаетесь дома и прыгаете, соседи ваши будут знать, что вы пусть присоединяются. Сегодня делаете интервалочку. Осталась 1 секунда, оп, закончили. Еще? Повторяем через 10 секунд первое упражнение. Приготовились. Хорошо. Бег на месте, погнали. Второй круг. Присоединяемся, не ленимся. Можно темп выбрать свой, не обязательно так быстро двигаться, как Юра. Можно медленнее. Чувствуйте свой организм, чувствуйте свое тело. Отдыхаем 10 секунд. Принимаем упор лежа. И погнали. Второе упражнение. 3, 2, 1. Погнали. Десять секунд. Еще чуть-чуть потерпеть. 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Если вы устали раньше, не нужно себя мучить. Сделайте себе небольшой перерыв, но потом обязательно присоединяйтесь. Погнали. Третий круг. Тем интервальные тренировки хороши. Вроде работаешь чуть-чуть, но устаешь. Очень сильно. И
работают практически все прикинушки. Частота сердечного ритма завышена. Останавливаемся. Упор лежа. Третий круг подходит к концу. 3, 2, 1. Погнали. Погнали. Половина прошла. Терпим. Работаем. 3, 2, 1. Закончили. И последний круг. Держаться. В этом блоке. Через 5, 4, 3, 2, 1. Погнали. Погнали. У меня сейчас пульс где-то 180. У тебя сколько? 140. Ух ты. 5. Мне просто для новичков. Закончили. И последнее. В этом блоке заключительное. 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Погнали. Десять. 8, 7, 5. Последний раз. Закончили. Отдыхаем 1 минуту. Приступаем ко второму блоку. У нас также 2 упражнения, 4 круга. Работаем 20 секунд, через 10 секунд отдыха. Погнали. Первое упражнение у нас будет упор лежа. Скалолаз. Ты делаешь медленно, я делаю быстро. Так, сейчас. У нас 5 секунд. Раз. 3, 2, 1. Оп. 20 секунд. Тут можно включать максимальный темп. Если есть. Можно регулировать скорость, в зависимости от того, как вы себя ощущаете. Кто не справляется, можно делать передышку. Осталось 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Следующее упражнение у нас лодочка. Далеко не уходи, Аня. Давай. Будем сейчас. У тебя поднятие. У меня полное поднятие корпуса и ног у тебя. Угу. Оп, поехали. Можно делать для начинающих 2 раза, 2 круга сделать поднятие корпуса, потом 2 круга поднятия ног. 3, 2, 1. Отдыхаем 10 секунд. Вставать никуда не нужно. Сидим. У нас не так много времени. 5 секунд. И мы бежим опять. Второй круг. Скалолаз. Приготовились. Начали. Хорошо. 10? Да. Я чувствую, кого-то не скалу забыл. 5. Закончили данное упражнение. Лодочка. Сколько у нас там секунд осталось? 3, 2, 1. Желательно руки под попой держать, как и начинающим, так и профессионалам. Погнали? Да, уже, я уже держу. Поднимай ноги сейчас. Я начинающий. Можешь их поднимать в коленях, согнуть, чтобы было попроще. И осталось у нас 2, 1. Отдыхаем 10 секунд. Очень хорошо. Далеко не отходим от своих экранов. 5 слов, да? Никак. Третий круг у нас. 2, 1. Погнали. Как вы думаете, наши зрители успевают? Ну, можно поставить на паузу. Можете сделать, конечно, даже 5 кругов, если есть силы. Сколько время? Оп. Все. 10 секунд отдыхаем. Лодочка. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Пресс будет стальной после этого блока. Я чувствую это.
Осталось еще потерпеть. Две, одна, закончили. Ну и последний круг. Давайте не расслабляемся. Мне кажется, нужно просто дожать его и чувство ощущение собственной победы. Две, оно заставит себя, о, я не успеваю, одна, готовлюсь. Погнали. Заключительный круг. А так хотелось поговорить? Поговорим. Ну, наверное, после. Сейчас уже все. Две, одна, закончили. Лодочка заключительная, и потом минуту мы отдыхаем. Заслужили. Заслужили минуту отдыха. Абсолютно. Две, одна, лодочка. Думаем о наших мышцах. Зачем мы все это начали? Не за тем, чтобы стать красивыми, стройными. И здоровыми. И здоровыми. Мне кажется, сейчас я двух минут вот. Две, одна, закончили. Ах, круто! Вот а мы поработали. Минута отдыха. Наконец-то. Чувствую, что мы. Хочется утереться. Не зря, не зря, не зря. Видно, что мы поработали, правда? Приступаем к третьему блоку нашей тренировки. Задача простая. 20 секунд работаем, 10 секунд отдыхаем. 4 круга. 2 упражнения всего. Ну что, погнали? Погнали. У нас первое будет. Ты как новичок будешь переставлять ногу. Угу. Можно дальше. А я как профессионал буду, как лягушка прыгать. Я попробую. Ну так что, это первое упражнение у нас. Второе вы увидите сами. Оно еще интереснее. Ну главное, оставайтесь с нами. Ну что, погнали? Раз. Так, два. Две, одна. Погнали. Оп. Прошло 10. Осталось 5, 2, 1, хоп. Отлично. Следующее у нас статическое приседание. Угу. 5, 4, 3, 2, 1, погнали. И сидим, ждем. Просто сидим. Где наш стульчик? Ну, я чувствую, что у меня уже просто как стульчик становится. 10, 10, 8, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Ох, хорошо. 10 секунд отдыхаем. И второй круг. Поехали. 4, 3, 2. Не заметишь. 1. Лягушка, Паш. Уже не прыгается. Стараемся. Осталось 5 секунд. 2, 1. Закончили. Статическому приседанию. Приступить, как говорится, через 2, 1. Все, меньше шуток. Кому очень шуток тяжело, можете делать не 4 круга, делать 2-3 круга. Абсолютно. Кому очень легко, можете делать 5-6 кругов. Сколько можете? Ну, рекомендую, моя такая доза, дозировочка 4 круга. 2, 1, закончили. Третий круг. Осилим? Я думаю, мы смелые, сильные, красивые. 2, 1. Мне кажется, первый круг я делал гораздо динамичнее. Осталось 7, 6, 3. Закончили. Статическое приседание. Так, 2, 1. Присаживайся. Присели. Сидим. Обязательно тренируйтесь в кроссовках, если вы тренируетесь дома и в спортзале. Я даже не представляю, как никто не должен тренироваться в тапочках или в носках. Вы можете повредить ваши ноги. Можно подскользнуться. И спины. Да. А мы заканчиваем. И тем временем приступаем к последнему заключительному кругу в этом блоке. Приготовились. Давай, две, последний рывок. Одна. Оп.
10 секунд прошло. Три, две, одна. Закончили. Так, оставайтесь с нами, кто выжил. Последнее, второе упражнение. Приседаем через две, одну. Сели. 20 секунд. Всего лишь осталось потерпеть чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Дышите, если тяжело. Ты вспомнил песню, знаешь, дышите. Какая? I will survive. Тогда я не выживу. Вот мы выживем. Три, две, одна. Ура! Ура! Третий блок преодолен. Отдыхаем одну минуту и приступаем к четвертому блоку. Он чуть-чуть полегче будет. Приступаем к четвертому блоку. У нас два упражнения, 4 круга. Работаем 20 секунд, 10 секунд отдыхаем. Приступаем к нагрузке через 2, 1. Бокс-бокс, поехали! Поехали! 20 секунд работаем. У меня более спокойная версия для тех, кто только пришел в спорт. Кто еще не ощущает все прелести боксерской деятельности. 2, 1, закончили. 10 секунд отдыхаем. У нас следующее упражнение, прыжки. Вверх. Кто-то может максимально присесть, выпрыгнуть максимально, может сделать реактивный прыжок. Поехали. Слушай, хорошо идет. Главное не перетренироваться. Три, две, одна. Хорошо. Первый круг сделаем. Отдыхаем 10. Осталось 5, 4, 3, 2, 1. Бокс-бокс! Могу сказать, что даже как бы бокс, он как немножечко отдыхаешь, как будто да. Перед прыжками. Мы же не совсем садисты. Я бы поспорила насчет этого. 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Прыжки. Прыжки. Драгоценные. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Можно уметь замедлиться немножечко. Не обязательно делать там быстро, как Юрий. Я стараюсь максимально выпрыгивать вверх, чтобы осталось. Закончили. Второй круг. Приступаем к третьему кругу. Бокс, бокс. 2, 1. Погнали. Погнали. Я вспомнила немножко опять отдыхаем. Ну, по крайней мере, для меня. Ну, у тебя в любом случае пульс где-то 130-140. Да. Ну, потому что нет для новичков. Нам сейчас В данном упражнении. Да. 3, 2, 1. Закончили. И прыжки. Отдыхаем 10 секунд. Делаем прыжочки наши. Да, 140 угадал. 3, 2, 1. Поехали. Старайтесь пробить потолок просто. Ну и оттолкнуться. Напомните о себе соседям. 10. 3. И закончили. Третий круг. Остался всего один, осталось чуть-чуть потерпеть, и вы будете отдыхать одну минуточку. В этом блоке, по крайней мере. Да. 2, 1. Бокс-бокс. Ну как на прыжках было? Сложно? Слушай, хорошо. Хорошо? Я на боксе отдыхаю, в отличие от тебя. Я тоже отдыхаю, я же просто на прыжках особо ничего не делаю. На прыжках мне прям нормально. Единственное, что это наш боксер из меня никакой. Закончили. Не, хороший. Удар хороший поставлен. 5 секунд. Заключительные. В этом блоке. Приготовились. Поехали. Мне кажется, я с каждым разом все выше и выше. Ну или мне так кажется. Это хорошо. Можешь сделать 10 секунд. Ничего себе. 4,5. Даже если мы выглядим уставшими. Ну вообще не устали. Хорошо. Все, закончили. О, ура. Отдыхаем одну минуту, и у нас остался заключительный 5-й блок, где мы делаем все возможное, чтобы эта тренировка была полезной максимально. Не отключайтесь.
приступаем к пятому блоку заключительного. Дождались. Задача простая. Вы все помните сами. 20 секунд работаем, 10 отдыхаем. 4 круга, 2 упражнения. Первое упражнение у нас твисты стоя. Ну что, ты готова? 5, 4, 3, 2, 1. Поехали, 20 секунд. Ну почти как танцы. Стараемся сводить, касаться коленки локтем. Прошло 15 секунд. И мы уже почти закончим. 2, 1, закончили. Отлично. Исходное положение лежа на полу, делаем велосипед. Отлично. 2, 1, оп. Тебе можно не скручиваться. Спасибо. Для новичков можно и... Забыл, что у меня облегченная версия. Осталось 5, 3, 1, оп. Отдыхаем десяточку. Второй круг. Опять. Твисты стоя, да. Русские твисты стоя. 2, 1, поехали. Это очень классное упражнение. Прорабатывает мышцы пресса. Можно его делать лежа. Там чуть-чуть будет сложнее. Такое универсальное. 2, 1. Закончили. Велосипед, прошу любить и жаловать. Он нам необходим сейчас. И у нас осталось 2, 1. Поехали. Представим, как будто мы крутим невидимый велосипед. Я даже про песню вспомнила. Что же это за песня? А что-то кручу педали, кручу, кручу. Умчать хочу. 3, 2, 1. Закончим. Как все быстро проходит. Да, 10 секунд точно быстро, 5 осталось. Да, на пятом упражнении. Третий круг. Давайте, давайте. Но мы держимся, держимся. Поехали. Вы обязаны с нами дойти до конца. Мы устали, и вы тоже должны устать. Не зря же мы суп спаржи кушали сегодня. Да. Осталось 5, 3, 2, 1. Закончили. Последний как-то смазался. Что дальше? Велосипед. Это в третьем. Третий круг, второе упражнение. 2, 1. Поехали. Погнали. Так становится неуютно. Хочется отдохнуть. Есть. Но это тот момент, когда необходимо проработать. Пульс сейчас запоминает. Мышечная память. Хоп. И четвертый круг. У мышцы есть память. Они запоминают только тогда, когда вам становится тяжело. Хорошо. Только тогда вы проработаете. Как раз эта задача. Поехали. Справимся. Четвертый круг. Заключительный. Держаться. Прямая. До конца. 5. Уже даже ноги становятся тяжелыми. Закончили. Велосипед. Заключительное. Докрутим педали? Да. 3, 2, 1. Оп. Я не смогла остановиться. Я думаю, тебе не очень тяжело. Ну, как сказать. Тяжеловато. Сейчас устроим повторим. Повторим. Я помню, что у нас должно быть 4 повтора. 5, 2, закончили. Фу, мы победители просто. И те, кто остался с нами до конца, вы победители, вы чемпионы. И вас сейчас ждет разминка. Заминка. Вас сейчас ждет заминка. Вас ждет заминка. Отдыхаем 2 минутки, 3 минутки, делаем заминку. После эффективной тренировки, которую мы сделали сейчас вместе с вами, нужно сделать заминку. Наши мышцы должны понять, что все, тренировка закончена, нужно отдыхать. Согласна. Восстанавливать мышцы. Первое упражнение мы будем делать перекаты. Максимально прижимаемся попой. Попой к пяточке. И выходим вперед. Делаем так. 3-4 повторения. Растягиваем мышцы.
руки, растягиваем наши. Да все растягиваем. Поясницу. Еще разочек. И переходим к следующей. Наша популярная кошечка добрая злая. А, я ждала. Любимая наша кошечка. Кто не помнит, показывает. Вы должны втянуть живот и ягодицы сжать. А потом расслабиться и быть добрым. И тянуться затылком вверх. И попой вверх получается. У вас прогибается сейчас позвонок. Таких повторяю 3-4 раза. Кому легко держать на таком расстоянии руки, можно сделать гораздо ближе, как будет еще эффективнее. Надо попробовать. Мы сейчас уже растягиваем еще и кисти добавок. Угу. Следующий у нас будет собакой. Собака, морда вверх. Просто зафиксировались и сидим так 30 секунд. Хорошо. Посылаем сигнал, что все, хватит. Тренировка окончена. Достаточно. Достаточно. Весьма интенсивно. Физическая нагрузка, она способствует увеличению как раз кислородной емкости. И мы сейчас очень насыщенно потренировались. Нам нужно хорошо и качественно восстановиться. Не забывайте про крепкий сон. Не забывайте про обливание. И спасибо вам за то, что вы были с нами. Спасибо большое за тренировку. Еще бы хотел добавить, не забудьте правильно перекусить после того, как вы хорошенько позанимались. Ну что ж, будьте здоровы и обязательно занимайтесь спортом. Пока-пока. Пока-пока.